Привет всем, сегодня у нас на обзоре Алан Бургер в Паттайе. Вот такой вот меню. Бургеры от 39 бат, разные начинки и разные комбо. Сейчас их заценим. Вот такой дизайн необычный у них, в американском стиле. Я сделал свой заказ, сейчас будем ждать. Вот такой бургер с говядиной за 99 бат или 200 рублей. Выглядит довольно аппетитно. Котлета, конечно, заметно меньше, чем сам бургер. Давайте посмотрим, что внутри. Скреплено все-таки вот флажочком. Внутри один помидор, много лука, салата, а также соус на кетчупной основе. Давайте заценим по вкусу. По вкусу достойно. Не хуже молодца. По вкусу 80. У нас бургер с красной рыбкой. Внутри видим кусочек жареного сальмона. Стоил он 179 бат или 160 рублей. Внутри также лук, помидорка, то же самое, в принципе, что у меня из говядины. Рыбка вкусная. Ее хоть немного, но она есть, и она вкусная. По вкусу 9 из 10. Также в продаже есть такие вот наборы. Бургер такой же, как я до этого пробовал. Попробуем наггетсы. Мне понравился, как будто его приготовили на гриле. Заценим картошку. Картошка тоже необычная. Не похоже на обычную картошку, советую попробовать. По вкусу наггетсы и картошка 8 из 10. За 120 рублей еще один бургер, но уже со свининой. Внутри то же самое, поэтому смысла раскрывать нет. Заценим его. С говядиной, конечно, подороже, но и повкуснее. По вкусу 6 из 10. Последний бургер на сегодня. Куриный, самый дешевый, за 80 рублей. Внутри то же самое, единственная разница — котлетка. Давайте заценим по вкусу. Много салата. Куриная котлета мне даже больше понравилась, чем со свининой. По вкусу 7 из 10. Сейчас напитка брал такую воду. Кто любит лимон в сочетании с медом, тому зайдет. Бургеры все вкусные, мы попробовали самую дешевую серию, также есть более нажористые, всякие с яйцами, луковыми кольцами, беконом и прочее. Но даже эти бургеры были вкусные. Картошка фри и наггетсы тоже мне понравились. Оценка заведения 9 из 10. Пишите в комментариях, кто тут уже был, как вам эта бургерная. Всем пока!